Привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Если еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Также на телеграм-канал, новостной чат, где вы можете задать вопросы и быстро получить ответ. Ну а мы с вами об очень интересном приложении, которым я недавно показывал небольшой шорс. Что значит за приложуха? Вот смотрите, запустили, пожалуйста. Запускается нужная вам приложение. Все очень легко и просто. Вот таким макаром вот так запускается. Следующее движение. А вот так мы с вами сделаем. Что у нас? Нет ничего. Кругляшочек, пожалуйста, у меня, по-моему, есть. Это будильник. И так далее и тому подобное. Это приложение вообще оно старенькое. Аж 18 года. Вот здесь. Видите, 18 года. И с 18 года последнее обновление было 14 июня 2018 года. И больше никаких обновлений не было, к сожалению, да? Что ж значит оно за приложение? Раньше оно, кстати, работало на Samsung прекрасно, на Galaxy вот 4 еще на тот момент. Работало на старой прошивке. На новой прошивочке оно не работает. По причине, которую я скажу позже, но есть возможность прекрасненько, как вы сейчас видели, ее запустить. В том числе на Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. В чем значит проблемка? А проблемка в следующем. В последней прошивке, а именно прошивочка наша, где же она? Вот, прошивочка. Версия One UI 5.0, но не это самое главное. А главное у нас то, что у нас стоит VRS 4.0. Если у вас еще, допустим, есть Galaxy Watch 4 или 5, который есть прошивка VRS 3.5, тогда она без проблем будет работать. На этой же версии системно заблокировали возможность приложениям быть, так скажем, выше или вернее поверх других приложений. Именно с этим связана проблема. А так вы ее можете скачать так же, как я. Вот, например, сейчас она у меня есть на смартфоне. На смартфоне, что значит, а мы делаем? Здесь можем создавать и жесты. Первый жест, давайте, какой? Вот, знаете, у меня показывает, где нажатие, да? Жест Launch App. Делаю жест на именно на часы. А также можно сделать жест, как вы видите, здесь, который будет реагировать на нашем телефончики в том числе. Мы же с вами запускаем жест, выбираем, что мы хотим, чтобы у нас открывалось в этот момент. Ну, давайте, например, вот приложение AI64. И теперь рисуем, какой мы хотим жест. А жест у нас, допустим, пусть будет вот такая вот просто палочка, и все. Готово. Вот мы с вами создали жест, и они здесь все есть. Я теперь, смотрите, видите, показывается, где у меня этот жест, вернее, область. И теперь я просто палочку раз. Ну. О, с первого раза не сработало, а вот так залетело, видите, все, заработало. Также еще раз проверяем. Пожалуйста, все, работает. Следующий жест и следующий, и так далее. Поехали. Ну, допустим, давайте компас. Пусть у нас будет компас. Как мы сделаем компас? А компас давайте мы сделаем наоборот. Вот сюда, в эту сторону. Ага, уже не хочет. Так, так у нас был. Нет, это у нас уже было. А мы вот так не хочет. Так, а вот так сделаем. Давайте. Это будет компас. Да? Да. Видите, еще раз. Будет ли интересно они конфликтовать или нет? Раз. Сейчас, видите, загрузочка прошла. Теперь мы вот так делаем. Да, открывает компас. Видите? Еще раз. Оп. И вот так. Еще раз пробуем. Опс. Ага, видите? Даже откуда мы начинаем, тоже имеет значение. Вот такое вот интересненькое приложение. Ну, здесь настроечки, я думаю, вы разберетесь. Даже вот вибрация, чтобы была, при, когда срабатывает жест. Или нет. Вообще включение. Дальше. Давайте мы с вами переведем, что у нас здесь есть, чтобы и вам тоже было ясно, так скажем. И мне,
Сейчас переводчик мы включим вот таким вот макаром и смотрим, что это у нас здесь. А это у нас, пожалуйста, меняйте это значение только в том случае, если возникнут проблемы с распознаванием жеста. Ну, здесь, короче, получается как-то лучшее срабатывание, меньше срабатывание и так далее и тому подобное. Далее мы с вами давайте почитаем. Правый край, это вот здесь, как я вам показывал, да? Дальше левый край, это вот здесь он просвечивается, да, когда вы его включаете. Дальше верхний край и здесь нижний край. Пожалуйста, как вам удобно, так вы и делаете, на тот край и настраиваете. Вообще, в целом, приложуха классная. Теперь к тому, как его устанавливать. Ну, во-первых, установить вы его сможете только через Bootjagger. Я как бы выставлю его, и оно будет бесплатно. Если же вы все-таки хотите за эту инструкцию, так скажем, отблагодарить, тогда можете просто приобрести это приложение SV Hub. Магазинчик такой есть, одного человечка, Алекс, да. И там же и будет вся инструкция прописана, в том числе в описании данного приложения. Стоить оно будет, ну, так скажем, не оно стоит, да, ваш взнос в поддержку канала 50 рублей. А так, и как я уже сказал, оно свободно будет в СВ-приложении к группе. Оттуда сможете скачать и установить. Устанавливается оно вот с помощью Bootjagger, как я уже сказал. Инструкция тоже будет, все в посту будет, чтобы вам не заморачиваться. Так, теперь, значит, подсоединяем мы с вами к Bootjagger наши часики. Нажимаем. Когда вы установите приложение с помощью Bootjagger на часики, дальше нам выбираем первую вкладочку. Вот эту вот кнопочку нажимаем синенькую. Здесь вводим команду. Команда также будет в посту, в который вы пройдете по ссылочке в описании в этом видео. Дальше вот ввели команду и нажали пуск. Все. После этого приложение уже получит разрешение запускаться поверх других окон, и все, без проблем сможете работать. Если установить через IDB AppControl, то вот стороннее приложение, находите лаунчер, отмечаете его, где он, вот он здесь, да, вот он, отметили правой кнопкой мыши, разрешение, ставите галочку вот на окне, все, установите разрешение, разрешение установите, и все. Потом уже запускаем приложение. Запустите его, у вас всегда будет высвечиваться вот это вот окошечко, говорящее о том, что приложение запущено. Вы ничего с ним не сделаете, не сможете отключить. Если вы отключите, тогда оно не будет работать. Все. И дальше уже пользуйтесь, как говорится, как я вам уже показывал в настроечках. Здесь, хопс, и погнали. Удобная штука. Насколько оно прожорливое, давайте посмотрим. Обслуживание, диагностика. Аккумулятор нажимаем. И смотрим, где оно у нас, приложуха это. Так, как видите, даже у меня его здесь почему-то нет, хотя оно у меня целый день работает и висит, целый день, по сути. Но, как вы видели, его здесь у меня нет, сейчас посмотрим. Вот, видите, даже сон. Пожалуйста, кстати, если оно будет, оно, значит, будет отключаться. Надо его вывести отсюда, чтобы оно не было в режиме сна никогда. Вот заодно выведите его отсюда с режима сна, чтобы уже точно оно у вас не отключалось, постоянно работало. Вот когда оно не будет в режиме сна, то, естественно, оно и будет здесь показано. Впоследствии, ну, я думаю, что немного оно ест, на самом деле. Как бы, не знаю, надеюсь, ну, по крайней мере, не замечал после того, как я его установил, что какой-то прям особенный жор начался на часах. Ну, вот как-то так. Вам же напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Не забудьте подписаться, в том числе, на телеграм-канал. Пока!